Сегодня день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Была депортация в 1944 году. Весь крымско-татарский народ был депортирован из Крыма. Мы скорбим сегодня за этот день. Этот день объявлен днем памяти жертв крымско-татарского народа. Это самая черная дата для нашего народа. Мы помним, мы никогда не забудем эти черные дни. Открывайте! Вас выселяют из Крыма. Постановление Сталина. 15 минут на сборы. Траурный митинг крымских татар. Ранее мы его проводили в Крыму. Российская оккупационная власть, российские захватчики это запрещают. Просто физически запрещают, не позволяют, организовали репрессии. Там нам не дает. Сегодня мы там жгли шины, вешали черные флаги. Поэтому мы собрались здесь помянуть всех, кто погиб. А погибло тысячи, сотни тысяч людей. Маленькие первые 2-3 шага в Крым. Что Крым – это Украина. В 72 года назад вот моего отца выселили с Демырджи. Он был маленький, 10 лет ему было, вывезли вместе с братишкой. А маму забрали с Симферополя. Бабушка была на 8-м месяце беременности. Маме моей было 9 лет, отцу было 12 лет. Они все это помнят, все это они рассказывают нам. У женщин, у которых по 7 детей, часть детей забирали, а часть детей маленьких бросали в доме, заколачивали двери этого дома. Дети орали, кричали там, но всех остальных не представляете, мать, которая оставила детей в запертом доме. Федоси в вагон нагрузились, это товарный вагон, ни двери, ничего, ни воды, ничего. До Перми везли нас. А с Перми потом пароходом Красный Вишер везли, и там и оставили нас. Женщина ехала, у которой умер ребенок. Она от стресса, у нее пропало молоко. И ребенок умер, естественно. И после нескольких там дней он стал издавать такой вот уже трупный запах. И пришлось старикам вмешаться и забрать у нее ребенка, чтобы отдали русским солдатам, чтобы они их, ну и чтобы его захоронили. А русские солдаты ничего не делали, они просто открыли вагон, забрали ребенка и вышвырнули его на полотно. Просто вот так. И опять закрыли вагон. И утром уже вот эта мать, она разгрыла себе вены. И умерла. Это просто... В 1932 году отец был выслан как кулак в Северный Казахстан. Я родилась в депортации на Урале. У меня маму в малом возрасте выслали из Симферополя, а папу с Судака выслали. Я не могу забыть слезы отца, как он плакал и вспоминал свой Крым. Мои родители были высланы, а в 69-м году они повторно были высланы. Я как раз еще училась в Узбекистане, мне мама написала письмо, и я всю ночь плакала. И депортировали в общей сложности в то время 3 миллиона 269 тысяч вообще всех, и в том числе и русских депортировали. Но русские тоже почему-то не знают свою историю. Наш народ очень много выстрадал. И, наверное, эти страдания дают больше стойкости нашему народу. Очень тяжело нашему народу сейчас в Крыму. Людей арестовывают, делают обыски, пугают, сажают в тюрьмы. То есть самый настоящий терроризм. Люди живут, лишнее слово боятся сказать, постоянно оглядываются назад. Очень тяжело, когда твои дети уходят за хлебом, и ты не знаешь, придет он или нет. Приходят в дома с автоматами, совершают обыски. Аналогия сама собой напрашивается четко. Единственное, что сейчас они еще не дошли до того, чтобы поголовно хватать всех и грузить вагоны в товарные. И никогда Крым не был Россией. Никогда.
и крымские татары никогда не смирятся с этим, что оккупируем Крым, что крымских татар можно поставить на колени. Нет. Крым будет татарским в составе Украины. Я надеюсь, что Крым опять вернется к своей неньке родной, к мамочке в Украине. Мы будем добиваться восстановления своей автономии в составе Украины,